Я вспомнил анекдот. Монашка на рынке говорит фермеру, продающему овощи: «Я возьму огурец». А фермер ей говорит: «Возьмите два, один съедите». Я не понял. Чего тут не понимать? Если один она съест, то другой она сможет... съесть на следующий день. Я коротко объясню мой анекдот. Нет, дедушка. А это правда, что вам нельзя заниматься сексом? Да, дитя мое. Целомудренно. Я же говорю, огурец.